Всем привет, всех с наступающим Новым годом. Сегодня у нас мега-распосылка. Сегодня будет не одна посылка, не две, а целых шесть от разных людей. С какой бы начать? Давайте начнем. Это посылка от Ларисы Ивановны с Московской области. Это посылка пакет. Пакете. И тут вкусняшки для собак. И таблетки. Дицион. Это убираем. И еще одна такая посылка от одного человека. Дорогая Почта России, вешайте на ящик инструкцию по распаковке. Вообще распаковал. Что напаковать? Уже забыл, как распаковывать. Тут пакет. Видите, еще один пакет. Отопить еще один пакет. Но с конфетами. Тут еще один. Что-то. Запеской. Эти котенки пригодятся для прогулок зимой по лесу с собаками и волками.
Вот такие. Тут еще много таких. Надеюсь, он для попугаев. Для собак. Еще для попугаев. Для кроликов. Дома. Сухой корм. Еще. Конфеты собачьи. Еще для попугаев. Корм для собак. Конфеты. Куриные узелки сушеные. Для кроликов. Для собак еще. Еще для собак. И запеска. А вот еще записка. Это, наверное, письмо для дяди, мы потом отдам. Все уберем и начнем дальше. Следующая посадка от Виктории Владимировны из Нижней Тагил. По весу легенькая. Может быть, что-нибудь интересное. Чтобы еще одна сторона. К сожалению, с этими посылками да-да-дам не получается. Ну все, распаковал. Да-да-да-да. Еще один пакет. Там пакет все медикаменты, бинты и опеки. Много таблеток, шприцы, книга, чаечек, носочки, перчатки, конфеты к чаечку, пластырь и записка в библиотеку приюта и картина. Очень прикольная посылочка. Следующая посылочка.
посылка от Олеси, города Смоленск. Тут еще игрушка. Что-то для кошек, для шерсти. И конфеты с чаем. И конфеты. Медикаменты. Пакет. С ватой. Черной ватой, с ножницами для шерешки, котейки, для собак, календарь, полотенце. И еще один пакет с лекарствами. И экстра мягкое мыло. Любимой Тамары Петровны. Подать, как в прошлый раз. Открыть. В этой посылке порошок. В посылке много дел для собак. Много дел. Такие и вот такие. Все. И последняя посылка. Опять от Тамары Петровны. Тяжелая. Тщательно упакованная. Thank you.
С этой посылкой еще у вас что есть? Я ее не могу открыть. Ее замотали. Еще веревкой. Я не люблю их больше. Может, это откроем? Мало ли, открылась для посылки этой. Опять замок у нас. И еще спичу. Зачем так упаковывать? А в этой посылке какая-то трубочка. Вот так. Не знаю чего, но трубочка. Не открывашка. Я уже устал его спаковывать. Раз так часто ничего, значит, там что-то интересное. Вот свой. Кипот.
В этой посылке письмо для Дмитрия Сергеевича. Обязательно приготовлю. Пеленки для собак тут имеются. Еще много пакетов. Конфеты с чаем. Еще конфеты. Здесь конфеты и грецкие орехи. Большое спасибо, Тамара Петровна. Дальше тут еще пакеты. Кто-то еще к подаркам. Какой-то чайник. Нет, это термос. С такой крышечкой. Спасибо большое. Ты нас аккуратненько сюда ложим. Полотенчика. С ленточкой. От Павлыча. Пакет. И записка. Осторожно, Дэвид. Вовремя было замечено. Корм. Кошачий, собачий корм, игрушки, мячики, здесь собачьи конфеты, точнее сникерсы, человеческие, очень много, здесь подстилки для собак, и последний пакет. Осторожно, лекарственное стекло. Тут еще одно лекарство. А то стекло. Стеклянное лекарство. Очень много стеклянных баночек всегда. Очень много. Новокаин. Мартвин. Все, наша мега распосыливание 6 посылок. Самая последняя была сложная. Спасибо вам огромное за столько много посылок.
за столько подарков, за то, что не перестаете за нами следить, не забывайте про нас. Поздравляю вас с Новым годом, желаем счастья, здоровья и всего лучшего. Всем пока.